Ну что, друзья, мы уже заказали такси. Такси должно вот-вот уже подъехать к нашему отелю. Мама вот уже нарядилась, вся такая красивая, накрашенная, платочки. И вот уже пришла смс-ка. Так, нам пора ехать. До связи. Друзья, мы вышли из своего номера и направляемся в сторону выхода. Пошли, мам. Нам сюда, поворачивай направо. Давай, выходи. Смотрите, какое красивое фойе. Как красиво все оформлено. Первый этаж. Угу. Мама вот вызвала лифт. Сейчас поедем на улицу Баумана. Да, поедем? По городу, скажем. Да. Так, 9 этаж. Прибыл лифт. Пошли. Первый этаж нажимай. Так, ну что, готова путешествовать по Казани? Поправляется он. Платочек свой поправляет. Сейчас мы, наверное, посидим немножечко там на кресле, потому что смс-ка должна прийти. Слышишь? Да, да. Как если мы всегда усадим. Холодно? Замерзнешь? Нет. Успеешь? Нет, тогда тут жарко. Ну, не знаю. Давай посмотрим, давай. Так, мы сейчас... Вау, мам, смотри, как красиво. Смотрите, как красиво. Пойдем посмотрим. Так, нам туда. Люстры такие красивые. Так. Давай мы здесь посидим. И потом... Давай здесь посидим, дождемся такси. Прямо здесь посидим. Сейчас мы будем сидеть, друзья, чуть-чуть. Ну что, друзья, мы приехали на начало улицы Баумана. Вот мама стоит на вас, смотрит. Посмотрите, какие красивые здания нас окружают. Как будто где-то в Европе. Так, посмотрите, вот высокое здание вот тоже стоит. Гостиница, наверное. Торговый центр знаменитый. Кольцо называется. А мы приехали вот с той стороны. Так. Ну что, пойдем? Потихоньку. Ну, сегодня на улице как бы погода теплая, да? Такая мягкая, но все равно холодит. Пошли. А вот это гостиница «Шаляпин» там будет сейчас. Ты где? Иди, иди. Он идет. Для меня хоть посмотри-ка иногда. Мама! Он идет. Ой, как красота. Посмотри-ка. Мам, смотри быстрей. Смотри, как красиво. Ей 300 лет, если не больше, этой башни. Да. Может, 1000 лет. Но она очень старая. Очень старая. Давай здесь сфотографирую тебя. Ну что, друзья, мы вот здесь пофоткались. Посмотрите, как красиво. Так, теперь мы направляемся дальше. Вот мама стоит, отвернулась. Как всегда отвернулась она. Так, и музыка играет, сейчас нас забанят на YouTube. Пойдем дальше. Пошли. Юбилейный концерт вот этот. Да, пошли. Проходим какую-то инсталляцию понятную. Может, что-то написано где-то, не знаю, не видно. Мама, смотри, как красиво, видишь? Как будто где-то, я не знаю, реально в Европе. Птички полетели. В Париже. Да, точно, в Париже. Париж, Германия. Красный гадит, пока не ходим. Пошли. Надо было тебя здесь сфотографировать. Что-то мы пошли. Какая высокая башня, смотри. Вообще охренеть. Сейчас давай сфоткаем тебе. Так, друзья, мы пофоткались на этом месте. Знаете, как красиво, ну просто охренительно. Вообще, мы пофоткались, значит, сейчас продолжаем дальше идти. В сторону Кремля. Ну, это колокольня, ну просто шикарно. Очень красивая колокольня.
Вот мама сфотографировалась с этим Пикачу. Столовая вот написано. Мам, ты где опять? Тебя опять не видно. Что, спряталась? Пошли. Мам, посмотри, где это гостиница Шаляпин. Видишь? Гостиница Шаляпин. Пятизвездочная. Мы здесь хотели тоже остановиться, но здесь нам бассейн не понравился. Или номера не понравились, что-то. Непонятно, почему здесь мы не остановились, не знаю. Смотрите. Вот как красиво просто. Так, мы продолжаем идти дальше. Мама там что-то меня зовет. Во, нашла. С кем сфотографироваться. Что-то сумку свою дает. Сейчас буду фотографировать. Итак, я сфотографировал напротив отеля Шаляпин маму. Вот здесь она стояла. Так, а мы продолжаем двигаться вперед. Так. Пошли, мама, дальше. Так, идем по местному Арбату. Вот, колокольня. Сейчас будем здесь фотографироваться. Напротив этого, магазина. Тут вот здесь это кот, казанский кот. Мама что-то увидела, сувенирку. Сейчас буду стоять там 2 часа. Мам, что увидела? Что говоришь? Маджи, не пыха хоть раз. Пошли. Так, ну ладно, давайте. Сейчас здесь буду еще фотографировать. Так, давай, заходи. Друзья, ну что, мы зашли вот в сувенирный магазин. Вот мама тоже заходит. Увидела, значит, красоту. Пойдем смотреть, что здесь есть. Сувенирку сейчас как-нибудь купим обязательно. Смотри, куклы стоят. Смотри. Все, мама нету, ушла куда-то. Смотрите, какие красивые куклы. Женщины, девушки стоят. Красота. Вот свадебное платье стоит, девушка. Мама, тебе бутейка. Давай купим тебе бутейку. Не снимать написано. Ну ладно, я чуть-чуть сниму. Такую красоту нельзя не снимать. Ма, смотри, ложки. 150 рублей. Может, купим? Тебе нужна такая ложка? Людмила есть? Прямо на меня смотрит. Смотри, Людмила, значит, надо купить. Давай купим. Одна ложка. Да, смотри, Людмила написано. Давай купим. Ну, давай маленькую, большую возьмем. Сейчас возьмем. Смотри, сколько игрушек. Смотри-ка. Тебе нравится? Ну, сейчас что-нибудь купим по-любому. Давайте бутику посмотрим. Сейчас. Смотри, платки есть. Ты любишь платки? Так, пойдем дальше. Смотри. Ручная работа. Из бересты. Охренеть. Как красиво. Матрешки стоят. Так, посмотри вот сзади тебя матрешки, сколько много. Манча, не пыха хоть иногда. Не смотрит. Так, пойдемте. Сейчас вот ту сторону еще посмотрим. И будем еще сфотографироваться, будем покупать что-нибудь. Друзья, ну что, мы купили, значит, вот такую тибутейку. Как красиво, посмотрите. Манджи, не пых, улыбайся. Посмотрите, как красиво ей идет, просто, просто шикарно. Купили еще магнитки, купили еще чак-чак. Что еще купили? И вроде бы все. И сейчас будем продолжать идти в сторону Кремля. Так, пойдемте. Вот красивые магазины здесь. Так, друзья, мы продолжаем идти.
Продолжаем идти, посмотреть на красивые здания, красивую архитектуру. Мама он идет довольна, счастливая. Эти бутики все. Так. А мне не надо, мне зачем? Так, вот, продолжаем идти. Какая красивая колокольня, просто охренеть. Музыка красивая играет. Так. Очень красиво. Здание какое-то интересное. Очень красиво, такое большое. Ёлки такие красивые стоят. Так, посмотрите. А что это здание интересное? Сейчас прочитаю, пойду. Очень красиво, большое. Колонны такие. Да, государственный банк. Государственный банк. Так, здесь различные магазины. Различные магазины стоят. Очень красиво, конечно, холодно. Макдональдс. Вон мамка идет. Не замерзла? Тихонько иди. Так, друзья, мы пофоткались напротив Государственного банка, напротив Макдональдса. Теперь идем дальше. Так. Проходим опять какую-то инсталляцию непонятную. Какая-то крыша. Вот идем. Идем гуляем, отдыхаем. Холодно. Мерзнем. Сувениры, одни магазины, сувениры, серебро. Чак-чак продают. Так, хостелы вон. Вижу. Так. Ну, конечно, все очень красиво. Тебе нравится? Вот. Смотрите. Самую главную улицу Казани. С этой стороны вам. О, мам, давай будем здесь фотографироваться напротив этого вот НЛО. Нога правды нет, а выгода есть. Ярмарка обуви и сумок. Выгода всегда. Какая красота. Мужская от 300 рублей. Мужская от 690 рублей. Здесь вставай. Подростков и детей по отличной цене. Женские, мужские кроссовки и деды. Ярмарка обуви и сумок. Сумку повесила. Так, друзья, мы пофотографировались. Сейчас мы направляемся дальше. Вот, мама стоит. Пошли дальше. Давай сумку. Пошли. Пошли, пошли. Кто залезет, да? Кто залезет? Кому нужно, там ничего нету. Смотри, первый национальный ресторан. Первый национальный ресторан. Смотри, какой большой. Самый первый ресторан в Казани. Давай здесь будем фотографироваться еще. Давай вставай, туда иди. Итак, друзья, мы пофоткали, значит, напротив вот этого здания. Потом пофоткались вот здесь вот, напротив этого здания. Так, теперь идем дальше. Идем дальше. Снег чистят дворники. Мама хочет взять сувенирку снова. Сейчас зайдем еще сувенирку. Потом пойдем дальше. Так, друзья, мы вышли из сувенирного магазина. Продолжай. Купили ложки на имя Люды. Сувениры. Магазин очень хороший, культурный. Обслуживать очень красиво. Можно приятно к ним заходить. В общем, мама довольна. А мы идем дальше. Тут убирает снег, чистит. И сказали, что эта бутейка маме очень идет. Если вам тоже нравится, ставьте лайки, лайки, лайки. Так, друзья, мы пофотографировались напротив вот этого здания красивого.
Потом вот здесь вот пофотографировались тоже. Так, теперь идем дальше. Идем дальше. Кстати, под нами находится, там внизу, находится еще одна улица, но она закрыта. Вот так вот. Посмотрите, как красиво. О, Микки Маус ходит. Прячет. Итак, друзья, мы сфоткались с Микки Маусом. Микки Маус оказался очень добрым, веселым, позитивным. Тебе понравился Микки Маус, мам? Понравился. Вот так вот, идем дальше. Итак, друзья, мы пофотографировались напротив этого вот прекрасного серого здания. Потом пофотографировались возле этого компаса. Это нулевая точка Казани. Потом пофотографировались напротив этого здания. Так, и идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Так. Мам, ты еще не замерзла? Ты не замерзла еще? Нет. Еще, говорит, не замерзла. Посмотри, какие красивые витрины. Вон там мужчина стоит, скидка, говорит. Армани. Армани. Так, это у нас какой-то ресторан и отель. Так, идем дальше. Итак, друзья, мы пофотографировались напротив этой кареты красивой. Смотрите, как она большая, красивая. Потом вот здесь вот пофотографировались напротив этого здания. Вот. И здесь тоже пофотографировались напротив вот этого вот красивого здания с какими-то человечками. Это называется, так, музей иллюзий. Мама там идет. Так, вот, показываем обзор. Так, пойдемте дальше, пойдемте. Мама опять нашла что-то там. Итак, друзья, мы сфотографировались напротив торгового центра «Родина». Такой большой вот торговый центр. Так. Там есть боулинг, кинотеатр вроде бы. Вот машины ездят здесь. Тоже здесь пофотографировались. Очень все здесь красиво, шикарно. Богато, интересно. Ну, конечно, сегодня холодно. Но все равно вышли погулять. Так, здесь вот памятник коту казанскому. Сейчас я вам покажу его со всех сторон. Казанский кот. Мама тоже здесь фотографировал. Вот такой большой кот. Шикарный кот. Итак, друзья, мы остановились, пофотографировали напротив этого вот красного здания. Улочки какие красивые. Торговый центр. Потом пофотографировались мы еще напротив вот этого зеленого здания. Красивое тоже очень. Теперь мы идем дальше. Идем дальше. Там мама ждет уже. Холоднеет, вечереет. Уж. У меня все руки замерзли просто конкретно. Уф. Так. Итак, друзья, мы зашли снова в сувенирный магазин и купили там мед. Липовый, цветочный и гречичный. Вот, и сейчас продолжаем идти дальше. Так, друзья, мы продолжаем идти. Мы практически уже дошли до конца улицы. Ой, какое красивое здание опять. Вот это вот. Вот это желтое. Здесь тоже фотографировались. Там тоже вот фотографировались. Очень красиво. Сейчас будем дальше идти. Итак, друзья, мы идем дальше. Перешли вот тот вот перекресток. Там, где машинки ездят. Вот, сейчас проедет. Вот, проехала машинка. Это последняя часть этой улицы. Еще чуть-чуть, и мы дойдем до Кремля Казанского.
Вот, нам еще чуть-чуть, вот там уже церковь пошла. Какие красивые дома. Так, пойдемте дальше, друзья. Итак, друзья, мы продолжаем идти. И наткнулись вот на старое-старое здание, которое на реставрации. Будут реставрировать. Какое же оно старое. Сколько же этому зданию лет, интересно. Так, и вот на этом здании очень много голубей, мама заметила. Видите, сколько много? Вот сидят. Так, а теперь вот покажу вам церковь. За деревом не видно желтые купола. Ну ладно. Все равно она красивая. Очень красивая. Так, а нам еще чуть-чуть, и мы дойдем до Кремля. Еще чуть-чуть. Ой, какой красивый. Ой, какая красивая мечеть. Вы видите? Кул-Шариф. Итак, друзья, мы пофотографировались напротив церкви. Сейчас вот идем в сторону Кремля. Он уже близко-близко. Я не знаю, мы сегодня вообще будем ли там ходить, не будем. Потому что очень холодно, мы замерзли. Не знаю, и батарейки уже все разрядились практически. В общем, не знаю, буду думать, что делать дальше. Так, друзья, мы прошли улицу Баумана полностью. Полностью прошли. Вот всю эту улицу прошли. Так, теперь мы дошли до Кремля. До Кремля дошли. И теперь мы думаем, или нам приезжать завтра сюда, в Кремль, или идти сейчас. Не знаю, что делать. Ладно, сейчас будем думать. Там вот цирк вот. Ёлка стоит. И стадион. И еще какое-то вот это вот интересное здание, пирамида. Что-то там написано, не вижу, что написано.